Мы очень рады победить в Казани. Я считаю, что была такая боевая игра. Мы победили. Наверное, повезло где-то. Но ребята молодцы, сражались, старались. Спасибо. Ну, я считаю, что была хорошая отдача. Ребята старались, но допустили ошибки. В общем-то, не серьезные. Молодые, они свойственны, потому что они порой ошибаются. Но есть над чем работать, будем работать. Спасибо. Пожалуйста. Марсель Магизов, бизнес-онлайн, ТВ «Дальше». Вы сегодня не стали заявлять никого из молодых защитников, седьмого, чтобы 5-3, получается, заявлять, да, ЦСКА? Как оправдался вот этот план, что у вас... А кого из молодых не заявили? Ну, сегодня Марин принимал участие в тренировке, да, или Железов? Вы видели как-нибудь Марина? Да, они же были сегодня. И что? Я должен вот на такую игру его поставить? Понятно. Ну, Михаил Сидоров в концовке второго периода совсем как-то выключился. Он не готов получается? Ну, тяжело играть. В общем-то, нагрузка большая на них сейчас. Я уже сказал то, что не случайно они ошибаются, потому что иногда и не хватает, и опыта не хватает, и селезок не хватает. Поэтому сейчас они как бы игроки, которые в основном основные, и нагрузка большая на них, поэтому не так просто все. В системе клуба есть Динар Хамидуров, вроде с опытом КХЛ, возрастной, ну, относительно. Вы не планируете, потому что опыт еще? Мы его не планируем, но мы планируем кого-то привлечь из другой команды. А как-то продвинулись в поиске, то есть у вас есть уже вариант? Есть вариант. Пожалуйста, может быть, тренер гостей. Вопрос. Трухарунин, бизнес-онлайн, но результат, короче, у Панкова совсем нет шанса вернуться в состав. То есть, я думаю, что нет. Будет еще вопрос, Антон Федорович. В очередной раз свист трибун был. Вот насколько сложно сейчас Акбарсу играть в условиях вот этих всех травм и ситуаций, которые сложились? Ну, я не связываю это свист с игрой, там, допустим. Вот. То, что травмы есть, они есть. И это неизбежный процесс, так скажем. Вот. Поэтому мы должны в любой ситуации, какая бы она ни была сложной, должны выдержаться. Вот. Еще вопрос. Дмитрий Вячеславович, как вы можете оценить игру Данила Квартального, две игры, дебют КХЛ? Неплохо, мальчишке сложно. Ну, ничего, первая игра такая серьезная, на выезде. Роман играл, будет играть дальше. Дмитрий Александрович, а по Кириллу Петрову вы заметили, может, у него настрой какой-то особенный на вот этот именно матч? У нас на каждую игру особенный настрой. По утрам взято Байгина, он был надолго, Байгин? Ну, не менее 2-3 недель. Да. А с чем связано такое количество травм, да? То есть, вот... С самого начала сезона, и уже 5 человек выбыло, учитывая Ситова, который тоже учился перед началом. Это... Ну а как вот можно? Глухо попадает в ногу. У него там микронадрыв, там что там, серьезная травма. У Малыхина спина там. Ну как это объяснить? Из-за чего? Я не знаю, что это. Это игра, они ложатся под шайбу, они работают, трудятся. Это часть игры, которую они должны выполнять. Поэтому Пагин точно так же. Дальше продолжать не дам. Ярулин. Ну, как ты объяснишь? Все доброго.